Одесситы, проживающие рядом с парком имени Горького, обратились в редакцию здания «Деловая Одесса» с просьбой посодействовать в вопросе защиты птиц. В период зимних холодов эта проблема особенно остра, ведь птицы являются природными защитниками от вредных насекомых, и без них парку просто не обойтись. Дело в том, что в начале февраля сотрудники коммунальных служб убрали все до единой кормушки, которые были сделаны руками жильцов близлежащих домов. Смекалистые одесситы сделали их из упаковок типа тетрапак. Однако кому-то показались такие кормушки неэстетичными, и было дано указание снять их со всех деревьев. Сейчас, когда наступили морозы, птицам стало особенно трудно, ведь они также нуждаются в корме, как и все живые существа. Необходимо помнить, что нашим пернатым друзьям и без того сложно перезимовать. У птиц гораздо более интенсивный обмен веществ, чем у людей, и поэтому у них более высокая температура тела. В среднем она составляет около 40 градусов. Разумеется, зимой ее нелегко постоянно сохранять. Также не стоит забывать, что люди тоже могут и должны помочь птицам пережить холодную зиму. Необходимо подкармливать их сырыми семечками, овсом, зерном, хлебными крошками. Одесситы прекрасно понимают, что необходимо беречь живую природу родного города. Поэтому они готовы на решительные меры и заявляют, что если кормушки для птиц будут убирать и далее, жильцы грозят устроить акцию протеста.